В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация таможенных пунктов пропуска. Обновят 5 объектов на границе с Китаем, 4 с Узбекистаном, 1 с Туркменистаном и, главное, диспетчерское управление в столице. Будет снесена старая инфраструктура, не соответствующая современным требованиям. Также повсеместно проводится работа по цифровизации и централизации контроля таможенных постов в Астане. Благодаря модернизации пропускная способность пунктов увеличится в 6 раз. А время прохождения границы сократится до 30 минут. В этом году планируем завершить модернизацию этого поста. И грузопоток мы планируем поднять до 500 автомашин. То есть, соответственно, будет полное развитие приграничной торговли и развитие нашей экономики.